Как снять радиатор печки на примере своей машины. Вот. Снимается вот эта крышка, поддевается прямой отверткой, скручивается бардачок. Тут есть болты. Вот. Здесь болт, здесь болт. Снизу болтов нет. Бардачок отщелкивается. Затем снимается низ под рулем. Там, тут у нас такая же система, снимается вот эта крышка прямой отверткой. Тут и тут должны быть болты. Потом тросик у меня порванный капота, но он вот так стоит, когда на месте. Гайка на 17. Ключ выкручивается, убирается. Это снимается. Затем вот эта пластмасска прикручена раз, два. И с той стороны, где бардачок, так же самое. 3-4. И вот внизу 5-6. Затем она вытаскивается. Тянется просто на себя. Отсоединяется прикуриватель. Фишка и все. Затем откручивается магнитола. Раз, два, три, четыре болта. Откручивается вот эта пластмасса. У кого-то ну как под дерево, но у кого-то просто. Вот тут болт и тут болт. И она выщелкивается. Отсоединяются все фишки, соответственно, откручивается климат-контроль. По-моему, он на четырех болтах вот так. Или с этой стороны вот так. Откручивается, убирается. Затем снимаете щиток приборов. Здесь стоит пластмасска. Вот эта пластмасска. Она прикручена раз, два. И снизу у нее держат пистоны. То есть ее просто отщелкиваете. У кого стоит дефлог, дополнительные фишки. То все отсоединяете, откручиваете щиток на четырех болтах. Снимаете. Соответственно, отсоединяете тросик спидометра, отсоединяете все фишки, которые держат, убираете в сторону. Затем, когда снимается вот эта крышка, так, сейчас, так. Сейчас мы попробуем снять. Вот так она снялась, без повреждений. Вот, тут у нас болты. Вот они раз, и, не знаю, видно, нет, вон там сверху два. Вон там он стоит сверху. Вот, с той стороны идут такие же болты, с той стороны панели. Их выкручиваем, потом, когда снимется вот эта пластмасска, я не знаю, видно, нет, не видно. Вот эта железная труба здесь тоже держится на двух болтах. Их откручиваем. И откручиваем руль. Разбираем вот эту пластмассу. И откручиваем руль с рулевой колонкой, роняем вниз. Вот они, болтики. Вон, видите? Вот он торчит. Вон он там. Их, если я не ошибаюсь, не изменяет память, 4 штуки. Все, и руль опускается вниз. Затем идут фишки с панели. Стыкуются они примерно вот здесь все. То есть, которые идут туда наверх, везде. Вот здесь будет такая же проводка. То есть, она там идут где-то примерно вот здесь фишки стоят. Ну, вы начнете панель на себя подавать, тянуть, и вы увидите их. То есть, там не ошибешься. Там они как заводские идут. У кого-то могут быть, допустим, еще дополнения. То есть, допустим, провода на сабвуфер, которые идут и либо с этой, либо с той стороны. Их также в сторону убираете, аккуратно все вытаскиваете. И панель у вас выходит. Панель вышла, вы убираете ее в сторону. Вот здесь под панелью у нас стоит корпус отопителя. В этой части идет вот так отсек. Я секторами вот так нарисую примерно. Вот этот отсек. Тут идет моторчик печки и заслонка улица-салон. Вот отсюда до сюда идет сектор, где стоит испаритель кондиционера. И вот отсюда до сюда идет сам отопитель, и в нем стоит радиатор печки. Сначала откручиваем вот этот сектор, где стоит испаритель кондиционера. Он прикручен на 4 креплениях, под ключ на 10. Там, по-моему, 2 болта
А снизу, вот тут и вот тут, допустим, держат гайки на 6. То есть ключ на 10 или головка. Головкой на 10, конечно, разбирать удобнее. С под капота откручиваем трубки на фреон. Если система заправлена, вы либо спускаете ее в воздух, либо откачать фреон у тех, кто занимается кондиционером, потом заново закачать. Трубки мы открутили, здесь крепление открутили, и эта часть у нас вот так вылазит сюда. То есть вытаскиваем на себя ее. По испарителю кондиционера, так как здесь нет фильтра салонного на наших машинах, он служит такую службу, что он ловит всю грязь, всю пыль на себя. В тот момент, когда вы его снимете, сразу почистите, располовините корпус, вытащите его оттуда, ничего сложного. Я мыл ферри, можно промыть это все, замочить химией, которую машины моют на мойке, и смыть всю грязь. Эту грязи там очень много, это влияет и на то, что вы ею дышите, и эти микробы летом попадают нам в организм, собственно, от чего мы болеем, скажем так, от кондиционера. Вот. И на пропускаемость потока воздуха, то есть он слабее, потому что она забитая. Затем снимаем саму печку. Примерно здесь, здесь и вот так снизу 4 крепления. Они держат отопитель. Мы их откручиваем, отсоединяем под капотом шланги. И там, если вы обращали внимание, вот где выходят выхода печки, такие овальные резинки стоят. Вот такие примерно. Из них вот так выходят трубки печек. Их аккуратно отверточкой поддеваем. Вот с этих сторон здесь как бы стоят такие фиксаторы. И снимаем. То есть под капота они снимаются. Это после того, как вы отсоедините шланги от печки. Мы их сняли, и корпус печки аккуратненько подается сюда. Вот вы и добрались до радиатора печки. Везете его к меднику, он вам его шампалит. Меняете антифриз. Так, еще одно видео про то, как это выглядит под капотом. Вот он. Вот, показываю. Это у нас крепление трубок под кондиционер, под испаритель. Два болтика на 6, одна трубка держится и вторая. И они просто подаются сюда. Сейчас поближе попробую. Вот. Они вытаскиваются сюда. Вот у нас трубки печки. Хомуты снимаем. Вот те, видно, да, черные резиновые заглушки, которые мы также снимаем после того, как снимаем шланги с печки. И все. У вас все снимется.